Участники прошли путем пассажира. Они заехали в здание, поднялись к платформам на специальном подъемнике, попробовали заехать в вагон. Помимо этого, изучили инфраструктуру для тех, кто ожидает поезд. Побывали в знаменитом зимнем саду с экзотическими растениями, в комнатах отдыха и медицинском пункте. Отметили, что есть определенные моменты, которые необходимо доработать. Например, усовершенствовать систему поручней в туалетах, кое-где добавить кнопки для вызова персонала, а также усовершенствовать информационную систему для слабовидящих и слабослышащих пассажиров. По словам представителей железнодорожного вокзала, выявленные недостатки можно исправить в рабочем порядке, но уже сегодня все они компенсируются внимательностью персонала. Говоря о возможности добраться до самого вокзала общественным транспортом, активисты отметили нехватку низкопольных автобусов. Все понятно, все ясно. То есть санузлы есть, подъемная платформа работает, есть мелкие недоработки. В целом оценка вокзала – это четверка.